Перед началом видео хочу порекомендовать посетить канал Миссия на RJ. Здесь девушка записывает летсплеи к атмосферным играм, делает обзоры и показывает мастер-классы. И скажу вам, она действительно вкладывает туда душу и подходит к этому профессионально. Скажу честно, смотря ее видео, я чуть не пустил слезу. Так что, если хотите с душой провести время, она всех ждет в гости. Поддержим настоящий талант. Ссылка будет в описании. Что, все, хватит гладить киску. Давай. Продолжаем путь. Нам надо открыть двери какие-то. Не помню, какие, правда. Вот. Ну, я думаю, они где-то недалеко. Администрейшн. Так, и что же у нас... Здесь ждет. Вот эти двери, походу, надо открыть нам. Здесь-то у нас больше ничего не появилось. Интересно. Вот такие штуки. Блин. Страшно к таким штукам подходить. Мало ли что там занавешено у них. Так. Улиток-то никаких нету. Здесь тоже ничего не открывается. Ладно, давайте. Бог с ними. Отправимся. Здесь ничего не написано. Отправимся за эти двери. Отлично. Тихо, тихо. Так. Контрольная точка. Ну, мы, в принципе, только недавно сохранились. В принципе, не страшно. Тихо, тихо, тихо. Тоже это слышали, да? Здесь ничего нет интересного, я смотрю. Так, а тут у нас что? Тоже, в принципе, ничего такого. Ничего такого, чтобы бросалось в глаза. Ну что, давайте поднимемся. Там какой-то смех был. Так, что у нас здесь? Такие рабочие места заброшенные. Тихо, тихо, тихо. Да ладно. Неужели это баба с прожектором? Будет полная задница, если сейчас она вылезет. Так. Здесь, в принципе, у нас ничего такого. Спрятаться за укрытие можно. Это жесть. Она ржет, как куропатка.
Так, и здесь у нас, в принципе, ничего такого нет, да? Получается. Еще он с той стороны у нас. Можно походить, поисследовать, что там. Давайте посмотрим. Потому что пока вниз я спускаться не хочу. Опа, 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 сейф. Отлично. Такс. Попробуем открыть. Так, ну... Тоже, что ли, надо зажечь, чтобы все горели? Нет, не прокатило. Окей. Значит, где-то должна быть подсказка. Это 100%. Так же, наверное, как... Так. Так же, как мы тогда вторую, по-моему, страницу нашли, да? Пароль где-то должен быть на стенках. Либо есть такое предположение, что мы столкнемся с этой бабенцей. Нужно будет ее победить. Тогда нам дадут. Так, 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 тихо, тихо. Дадут ключ от сейфа. Или пароль там какой-нибудь. Так, ну пока... О! Отлично. Итак, друзья, что у нас? Да чтоб тебя. Вон оно как. Ну что, запоминаем? Так. Две. Так, так. Примерно я вроде как запомнил. Давайте. Да чтоб тебя. Даже шуметь как-то страшно. Так, блин, я пока бежал, я уже забыл. Ладно, давайте попробуем. Так, так. Так. Вроде как, да? Правильно же? Да, есть. Отлично. Четвертый фрагмент письма. Здорово. Давайте в архив зайдем. Сразу ее на место поставим. Такс, четвертый фрагмент. И, в принципе, он, походу, вот так вот перевернутый, да, должен быть. Как-то... Не знаю. Так, что ли? Ну, как-то вот похоже вроде. Ну, давайте пока оставим. Нет, не похож. Ну, короче, пока оставим. Когда найдем, нам еще 4 штуки, вот 4 из 8 получается. 4 штуки найти, когда все найдем, тогда уже точно сложим письмецо. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь еще. До сюда не дошли. В принципе... Ничего интересного. Как-то халат у нас тут. Ну что, давайте спустимся вниз. Ой, как я этого не хочу, блин.
Жесть, какие-то трансформаторы, что ли, стоят. Тихо, удерживаем. Так, а это, похоже, собственно, кто там, напарники-то наши были? Жозеф и Себастьян. Так, здесь-то у нас ничего нет. Разработчики же могут натыкать, блин, этих секретиков всяких. Где угодно. Ладно, давайте спускаемся. Так, трупешник. Два трупешника. Надеюсь, не встанут, не проснутся. Чё, боже, нет, нет. Чёрт, 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 чёрт. Фу, я ж дернулся, блин. Кого-то, походу, захавали. Так, здесь у нас какая-то дырень проломанная. Так, ну в принципе больше здесь ничего нет. Давайте. Здесь документ. Возвращение из STEM пациенты ведут себя все более беспокойно. Судя по всему, интеграция усугубляет их патологии. Что еще хуже, пациенты стали переживать психологические травмы друг друга. Словно самые потаенные страхи пользователей оседают в нервном узле системы и остаются там даже по окончании сессии. Но особенно меня заинтересовало их последнее заявление. Все до единого утверждают, что видели, как к ним медленно приближается человек в капюшоне. Неужели это он? Неужели его сознание в виде призрака по-прежнему живет в системе? Никогда еще не испытывал такого любопытства. Я хочу знать. Я хочу увидеть то, что видят они. Но это слишком рискованно на данный момент. Так, понятно, это все. Собираем документы, все рассуждения доктора Хименеса. Так, здесь что-то слишком много трупов. Ох ты ж! Сдохни. Любителей попугать. Периодически такие вот скримеры появляются. Это что у нас больше похоже на какую-то серверную, да? Так. Это у нас. Ну, вроде здесь ничего такого. Что давайте? Произошла ошибка. Подождите, пока восстановится энергия. Что за... Ох ты ж, ё-моё! Твою мать! Я нифига не готов. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. И как? Как?
Подача энергии восстановлена на 20%. Тихо, 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 тихо. Валим, валим, валим. Блин, в такой кромешной тьме это жесть. Тихо, тихо. Ох ты ж. Ай-яй-яй. Кстати, а чё она так не бежит-то нифига? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Быстрей, 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 быстрей. Подача энергии установлена на 50%. Ах ты ж мать. Жесть. Ух ты! Давай, 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 ну! Беги, беги! Давай, давай, давай! Давайте по... А, чёрт! Давайте еще раз пробуем. Надо как-то повнимательнее быть с этой женщиной. Так. Уходим, 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 уходим. Идет она сюда. Тихо, 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 тихо. Звуки такие издает вообще. Ух ты! Это быстрая, быстрая, резвая такая. Давай, 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 кит. Блин. Все за нами, кругами, да, ходит? Так, и где она? Я что-то не... О! Так, 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 по кругу, по кругу обходим. Вон она. Тихо, тихо, тихо. Фу, блин, напряженка. Напряженка, жесть просто. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну давай, это уже лифт, включайся. Есть. Энергоснабжение установлено. Тихо, 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 тихо. Спасибо за ожидание. Да. Не, за что? Так, теперь надо как-то, чтобы она... Ах ты, тварь! Лифт, 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 быстрее в лифт! Фу. Настоятельно просим вас содержать помещение в чистоте. Наша организация достойная место работы благодаря вашей поддержке. Фу. Это было просто, это реально... Кирпичей отложить можно. Жесть. Так, ну мы поднялись-то всего не намного. А эта тварь, она... Вон там, внизу все. Походу. Фу, что-то меня до сих пор колбасит. Да, злые капли умеют поиграть с нервишками-то. Еще тем более враги-то так злодеи эти сделаны, блин, чистый
Silent Hill просто. Здесь, походу, в оригинальной игре у нас был, кто там, сейфоголовый этот. Так, куда идти-то? Был сейфоголовый, а здесь у нас прожектоголовая. Так, я что-то не могу врубиться, куда идти нам? Еще дверь. О, отлично. Так, слышите, да? Какой-то стук. Думаю, тебе лучше спуститься. Держись, я сейчас. Так, мы, похоже, подходим к нашим напарникам. Так, здесь у нас все завалено. И я ничего такого не вижу. Окей. Блин, вот эта вот тишина, она просто вот нагнетает. Вот. Когда вот ни музыки, вообще ни шороха, ничего. Ладно, хоть вода капает, слышно. Чё, фонарик опять какой-то. Ух ты, вы посмотрите, как прикольно. Вода падает на Кидман. Прикольно, прикольно сделано. Ладно, играй убедительно. Детективы, я здесь, я жива. Себастьян, Джозеф. Мобиус. Значит, они прислали тебя за мальчиком. И ты им доверяешь? Не строй иллюзий. От тебя избавятся так же, как и от твоих напарников. Как и от меня. После всего, что я для них сделал. Ха. Посмотрим, сохранишь ли ты им верность. Ты в порядке? Захочешь ли ты узнать то, что заведомо мучительно для тебя? Итак, эпизод пройден. Только первый эпизод, друзья. Жесть. Кирпичи уже надкладывали море. Так, сохраниться.